Что ждет должников, которые не платят своим детям алименты? И были случаи, 500 000 должник погасил, и 1 000 000 погасил. Гражданин безработный, сумма определена, источника дохода как бы нет, платить он не может. Итог, конечно, это новое место работы, официальный доход, стабильный заработок. На чьей стороне пристав? Ну, конечно, мы защищаем права несовершеннолетних детей. Смотрите программу «Город С» 19 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – главный инспектор отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Татьяна Суркова.